Проверка по факту ДТП с КАМАЗом и скорой окончена. В ходе административного расследования производство по делу прекратили. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинска. Водитель КАМАЗа и водитель реанимобиля избежали ответственности. А значит, штраф они платить не будут и останутся с правами. Напомним, авария произошла 17 января на Университетской набережной. В ДТП с участием скорой помощи пострадали сразу три машины. Бригада медиков ехала на вызов, включив проблесковые маячки. По сообщению очевидцев, водитель скорой помощи стал совершать маневр, но не убедился, что его пропускают. В итоге столкнулся с КАМАЗом, после чего грузовик задел микроавтобус. Тогда сообщалось, что реанимобиль спешил на вызов к беременной, которую ранили ножом. И вот виновных в аварии не нашли. Теперь водителям предстоит решать вопрос с компенсацией ущерба.